Многофункциональная спортивная площадка и хоккейный корт были торжественно открыты в минувшую субботу в селе Саватеевка. Строительство объекта стало примером сотрудничества всех ветвей власти. Средства были выделены из федерального, областного и муниципального бюджетов. Я хочу выразить признательность нашему областному правительству. Без его участия это было бы невозможно. Поддержки федерации нашей, федерального правительства. О нас думают, о нас помнят, нас знают, наши вопросы и запросы решаются. И это очень хорошо, очень приятно, что у нас есть взаимопонимание, есть общие задачи, которые нам удается решать. И вот они воплощаются в такое осязаемое и зримое действие. Площадка и корт построены по областной программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Стоимость их работ составила более 8 миллионов рублей.